Министр обороны Израиля Авигдор Либерман примет участие в международной конференции по вопросам безопасности в Москве. Конференция начнется 26 апреля и продлится два дня. В центр пленарных заседаний форума будут вынесены вопросы борьбы с международным терроризмом, проблемы безопасности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, роль военных ведомств в укреплении безопасности в различных регионах мира. В рамках визита в Москву Авигдор Либерман встретится с министром обороны России Сергеем Шойгу и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Столичная полиция возбудила уголовное дело по факту поступления электронных писем с угрозами в адрес Московской еврейской религиозной общины. Центр по противодействию экстремизму по ЦАУ Москвы подтвердил, что с начала января 2016 года на электронный адрес общины от неизвестного лица поступали письма антисемитского содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. 26 апреля будет выполнен первый рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» из подмосковного аэропорта Жуковский в Тель-Авив. Аэропорт Жуковский открыт для международных рейсов с весны 2016 года. Первый рейс был выполнен авиакомпанией «Юфт-Аэро» в Казань 1 ноября. На данный момент из Жуковского выполняются в основном рейсы в ближайшее зарубежье. Израильская компания Metro Skywaves представила подробное описание своей разработки летающего автомобиля City Hawk. В его основу легли технологии военного израильского самолета «Кармарант», который обладает возможностью вертикального взлета и посадки. Летающий автомобиль будет рассчитан на 4 пассажиров и пилота. В будущем планируется избавиться от места пилота в пользу автономного управления. По данным компании, на разработку автомобиля требуется около 5 лет. Об этих и других новостях вы можете узнать на сайте stmegi.com. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.